процесс изготовления гаек я не стал показывать, там все достаточно элементарно. Сейчас я зажимаю в патрон головку воротка. И метчик, которым буду нарезать резьбу. Единственный недостаток этого метчика в том, что он короткий, то есть малое количество гаек на него войдет, ну, может быть, 4, и придется его снимать, скидывать гайки. Я выбрал 55 оборотов вращения шпиндера. Кто? Мне не надо. Очень интенсивное охлаждение требуется. И метчик все равно пищит. Поэтому желательно в запасе иметь несколько метчиков. На этот метчик входит всего 4 гайки. Если бы он был длиннее, то все бы было бы намного эффективнее. Поэтому рекомендуется, чтобы метчик для этой цели использовался машиной максимальной длины. Я никоим образом не претендую на оригинальность этой идеи,
Это придумано уже давным-давно, я просто, как говорится, освежил память. Если вам это поможет, то, ну, и буду только рад. Ну, и опять же, я повторяю, что я всего лишь освежил, подал идею о том, как каждый конкретный специалист реализует ее для себя. Это уже, как говорится, не мое дело. Говорю это потому, что мне неоднократно упрекают в том, что это можно сделать так, а это неправильно, да лучше бы вот так. Вы можете делать как угодно. Я всего лишь показал свой вариант, свой метод, свой способ. А все остальное это уже, как говорится, как вам захочется. Как вам позволят условия, в которых вы работаете. Я вот таким образом это реализовал. В общем, пробуйте, экспериментируйте.